Валево по Питеру на ноги падали. У нас сигнализация сработает. Извините, пожалуйста. Мне у сына в машине стоят. Бульдозер меня забирает из злачных мест. Наконец-таки, слушай, сколько здрасте. Можно тебя ждать? А пробки в городе? Пробки, конечно. Я знаю, какие пробки в городе. Короче, сегодня мы отправляемся на нагибаторе. Куда поедем? Путешествие. Путешествие по Питеру, да? Да. Что случилось? Пытается, да. И у нас срочно экстренно, прям в центре Питера. Прям в центре Питера, как обычно. Гля, какая красота. Вот хорошо иметь таких друзей. Тоже музыка. Тут у нас что, Сильвестры, да? Стоят три пары. Да. Вот так вот, аватар пищалочки. Короче, тоже музыкальная машина, техничка у нас сегодня. Вот это да. Запасные динамики, запасные усилители. Есть что еще запасной? Балды. Запасной бульдозер есть здесь, нет? Запасной бульдозер. Такого не имеем, да? Пока мы ехали до сюда, короче, у нас отвалился суппорт. Передний, левый. И мы в любой момент можем оказаться без тормозов. Сейчас мы с какой-нибудь машины снимем болтик, который нам нужен. И поедем. И поедем дальше. Я добрался в Питер летом и сегодня снимаю громкий проект, который вы уже в принципе знаете. Чтобы тачка валила максимально, вот приходится на соревнованиях или на сходках снимать сиденье, поскольку сиденье практически полностью перегораживает порт. Ну а здесь у нас, конечно, вот такая лютейшая аудиосистема, лютейшее оформление. 8.18, аватар, SVL, самые топовые на 4-дюймовой катушке. Вот такой огромный порт, в который помещаются люди, полностью садятся. Вот здесь вот как раз-таки начинается жесть. То есть, когда здесь это все играет, тебе буквально в смысле сюда засасывает. Нереальное количество ветра. И то, что мне нравится в этом проекте, то, что здесь играет максимально ровно. То есть, здесь есть лютый ветер, а на верхах здесь просто быстрый, лютейший бас, который плотный, который тебя убивает. Вот за что я люблю вот такие оформления. То есть я люблю четвертый бандпас. Здесь тебя просто убивает на всех частотах. Да. Ты можешь открыть два окна, ты можешь открыть две двери. Когда ты слушаешь на закрытом окне, и у тебя лютая валява, вот так получается. Полностью оторвало всю вот эту стойку, которая держит у нас стекла. Да нет, мы вас включим в видео. Вы расскажете, как тачка. Прикольно? Только музыку пока не включайте. А мы не будем, нас здесь сразу. Заготовка под сабы, вот сюда оно встанет. И тыл вообще будет играть отлично. Хотя он и так как бы лупашит, нифига себе. Обращаю внимание на раскрывы. То есть, если вспомнить VW40, первые, да, самые вот первые эти, да. Леша что сделал? Он придумал им новые раскрывы. И вот эти драйвера валят с новыми раскрывами просто люто. Дальше, конечно, подверка полностью собрана у нас на SQL-ях. Плюс Т34. Сколько пар? Мне лень считать. 8 пар литров и 16 пар. И 16 пар SQL. SQL, да. Слушать, конечно, мы в данном пространстве не, нарушаем, да, не будем, но чуть позже выйдем и послушаем. На Фронтецком у нас уже стоят Сильвестры 20-очки. Не успели мы в сезоне перетянуть все это в кожу, угу. Потому что надо было срочно собрать машину.
и баллончик с краской за 350 рублей. Решил, ну, все мои вопросы. Решил все вопросы, но на самом деле с вот такого расстояния кажется то, что они в коже. То есть покрасили так, что выглядит на самом деле прикольно. Выдвигаемся валить, снимать реакции. Катим по городу. И все. Подъезжает, говорит то, что ремень нужно накинуть. Да. Что ты не пристегнутый едешь? Ладно, я в окне просто. У нас нет ремней. У нас нет. Ты и закрыл собой все мои мечты. We'll be right back.
вчера катались, получается, по городу. И вот мы опять выезжаем в центр Питера, чтобы увозить. Некуда, но мы хоть куда поплывем. На пятом вагу утра, похоже, все приехали. Некуда, путеводная звезда. Виски и кусочки льда, вот все проехали. Полить на бока лата, полить на бытяга. Хотела на канале, отвезу тебя в замка. Холодненько красиво, красиво, отвезу тебя в замка. Холодненько красиво, красиво, отвезу тебя в замка. Тебя все звали снега, а твои со мной. Сегодня будет еще громче, чем вчера, да? Раза три. Валево, по Питеру, на ноги батаре. Ноги калька, мои речи не вернется, важные я слова. Прячу до захода солнца, счастье дуракам. Эти будут молча улыбаться. На-на-на. Мы стоим в наших отражениях. На-на-на. Все не попало. По ночам ходят в небо, радости просты. Если ценятся моменты, сытые ягоды не дают высокие оценки. Кто-то придумал, что сегодня в моде худим. Может, это план, типа мы худее будем. Счастье дурака, эти не умеют же стесняться. Советую, что не попало. Поедем к астральным колоннам, попробуем там, если что, еще кружочек будем сделать. Давайте все будет хитом реально. Мама любит обработка трека, а мама любит ку-ку-ку-ку.
Не пойдешь? Да, да. Сюда. Что там? Там послушать музыку. Можно? А то сразу. Все, сейчас прокачаем тебя. Сейчас. Пойдешь? А? Пойдешь внутрь? Да, 8. Там внутри надо? Да, все, да, давай, все, уже согласился. Камни из кошки. А ты что, не пойдешь? Не пойдем? Давай, давай, давай. Ты следующая. Вы валили тут музыку, валили. Пойдем, 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 пойдем. Зря пошел сюда, кайф? Кайф, а, кайф. А то не хотел. Так, нормально. Твои волосы. Вы наваливали без нас, все, ты будешь расплачиваться за парня своего. Давай я песенку про любовь включу. Нет, во чем нам такое? Дипхаус, почему? Короче, только рыбовое. Про любовь не можешь. Что еще? Песенка про любовь. Thank you.
пожестче тебе? Все? Deep House? А, давай. Не вали, да? Сейчас, Леха. Я привыкла просто, вообще как дома. Да. Давай, это ты прячешься, заходи. Впечатление стоило того? Вообще хороший. Хорош? Да. Ну вот, ну ходил, не хотел садиться, что такое? Да еще повторим. А? Еще повторим. Еще что? Повторим. На повторе, Леха, надо еще ему навалить. Считали сколько штук? 8. Правильно, 18. Я крутил, а потом докрутил, ты, наверное, почувствовал, да? Да, нормально. Нормально? Вообще офигенно. А что такой скромный стоишь? Пойдем, 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 ну серьезно. Да, мне обратно. Не, скажешь, выключим сразу. Ты откуда вообще? Узбекистан. Узбекистан, вот сейчас будем Узбекистан прокачивать. Давай туда дальше, не-не-не, садись. Кайф, согласись. Ну вот не хотел, не хотел. Можно ваших детей прокачать чуть-чуть? Пойдете? Не боитесь? Нет. Ты тоже пойдешь? Нет? Пойдем. Пойдем. Чуть-чуть тебя можно, чуть-чуть сюда, ближе, ближе ко мне, ко мне. Во. Как впечатление? Прикольно. А ты что скажешь? Я сюда, в Питер, приехал со Стерлитамака, с Башкирии, чтобы ради вот этого послушать. Да, ну давай тогда затестим. Давай, вот девушку сажай. Давай, сейчас давай, запрыгивай. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Готово? Сейчас будет. Будет не всегда.
чё? Не могу без тебя. Нормально? Короче, в Питере у нас все многие стесняются послушать машину. Так, давайте волосы найдем. Ребенок. Это ребенок? Да. Ну, почему-то большой ребенок. Глянь, какой. Скажи, в окне кайф было? Прикольно. Прикольно? Ну вот сейчас будет более прикольно. Пойдем. У нас сигнализация сработала. Извините, пожалуйста. Да, давайте. Можно доснимать 3-5 минут и все, мы уезжаем. Хорошо, спасибо. Как тебе, расскажи? Это жесть. Жесть или кайф? Я забыл включить на магнитофон. Прическа бомбовая теперь зато. Да, я уже чувствую. Да, мы парикмахеры. Добрый день, извините, можно фотку с вами? Давай. Сейчас, подожди. Я слежу за вами из Еревана, из Армении. А, да? Вы очень интересно. Увидели вас. Let's go! Бля, я говорю, у меня у сына в машине стоят. У вас-то, конечно, громче, чем у него играет. Одобряете движуху такую? Ну, как бы мне нравится, да? Да, вот. Нормально. Не то, что некоторые приходят, тут жалуются сразу. Да! Не успели, короче, это. Навалить уже сразу. Какие хорошие, а? Проветривание неплохое, да? Мы вас специально так не стали убивать вас. Это маму вытащить, и вот это то, что чем нужно заниматься. Даже мама посидела. Да. Дают прям нормально. Прям пойдет. Понравилось, да? У нас да я пожёстче, 12 вольт, но нам нужно всем дать послушать и быстренько, понимаешь? Лёша говорит, уезжаем. Да, только движуха началась. Приходят всякие, на нас ругаются. Движуха началась, уезжаем, говорит, 12 вольт, все, не валит. Но это не надо уже, это в репортаж наш включать. Мы все включим, у нас все. Не, у нас все хорошо валит, но нам сказали отсюда уехать. Сегодня была суета двух вечеров. Мы повалили, то есть два дня пытались поймать реакции. В понедельник, вторник после ВК-феста. Ну, в понедельник, вторник, конечно, ну, не настолько много народу, как на выходные. Но, тем не менее, повалили на Растральных воротах, повалили по Невскому проспекту. И я думаю, вопросов вообще к этому проекту не должно быть, поскольку он реально валит очень сильно на всех частотах. И действительно, это та тачка, которая тебя удивляет по всем параметрам. Здесь и лютый тыл, здесь и лютая басуха. Ну и, в принципе, внешний вид, то есть заборочен проектом, проект по всем параметрам. Поэтому оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на Леху Бульдозера обязательно. Это действительно человек-ветеран, который до сих пор делает вот такие вот громкие вещи.